Ребята, значит, то, чего я сегодня вам обещал, видос снимать, значит, ребята, решил снимать видос, о том я вам говорил, значит, поставить там пружину ГП от ВАДА на 115 атмосфер, которая, и которую, кстати, рекомендуют на все 100%, потому что, значит, Александр Ведешкин, тебе огромный привет, этот знатный ты мужик. Значит, как он мне написал, у меня логика не такая, ребята, потому что я русский язык не так хорошо знаю, как он и как вы все остальные. И, значит, он мне так сказал, что в пневматике, да, в ППП, все взаимосвязано. В принципе, не только в ППП, а в ПСП тоже и так далее. Но вот это слово я не мог придумать, что взаимосвязано, значит, если, допустим, 115 атмосфер, да, ГП, да, 115 атмосфер, да, ему, естественно, получше на такую манжету работать, которая скользит получше, ребята, и он энергию не будет тратить на скольжение, чтобы манжету передвигал он по компрессору, поняли, да? Если туго ходит манжета, да, ребята, естественно, ему энергии побольше хочется. Короче, все взаимосвязано. Значит, ребята, убираем, значит, усе. Убрали, значит, газовую пружину, которая на 120 атмосфер. На 120 атмосфер пружина, значит. Самодельная пружина. И, значит, от грузинского мастера Минчанин. Хороший мастер. Всем рекомендую, ребята. Значит, вот вставим, ребята. Вот ГП, который на 115 атмосфер. У нас, ребята, сейчас стоит там, значит, манжета от Петрухи. От Петрухи, значит, манжета, ребята. У которого внешний диаметр 26 миллиметров. И он, естественно, в 25-ке, да, в 25-ке ходит очень туго. Ну, естественно. Я ссылку дам под видео, ребята, значит, что к чему, значит, сравнивать. И что я сегодня сравнивал вообще. Вы поймете. Ну, я сейчас надеюсь, что за эти полчаса, ребята, я успею все три манжеты отстрелять через хронограф. И вы уже потом, значит, в сравнении, значит, сделайте сами. Но я, ребята, ну, почти уверен, что на такой манжете, да, сейчас 115 атмосфер, да, естественно, даст поменьше скоростей, чем дала Минчаниновская ГП, значит, ГП Минчанина. Потому что там энергии побольше, ребята. А на открытого типа, ребята, да, который открытого типа ВАДА, да, ВАДовская пружина на 115 атмосфер, которую я сейчас ставлю, он, ну, не должен уступать, ребята, не должен уступать, по идее, ему. Но манжета, в принципе, пока не притерлась, ребята, но вот когда уже притрется открытого типа, да, окончательно, когда притрется, да, я вот смело могу сказать, что он может не уступать 120 атмосфер, который. Почти я уверен в этом, почти. Но это надо экспериментировать, ребята. Такс. Раз штифт. Сейчас второй пойдет. Супа. Ну, с этими дырками, блин.
Он не по центру, ребята, этот. Не по центру, ну этот, когда тянешь. Ну, в смысле, тянешь когда, ну, ключом, вот. Он же не строго по центру его тянет. Значит, ребята, сейчас пойдут первые отстрелы. Значит, сейчас здесь, по идее, должны торчать скорости. Сегодняшние, которые я стрелял, значит, вот 2-2-2. Манжета Петрухи, 120 атмосфер было, вот я стрелял. А сейчас 115 атмосфер, вода, значит, пружина. Пули, ребята, естественно, те же 0.51 GSB, те же пули. Естественно, а то смысла не было бы их сравнивать. Видали, ребята? Ребята, вы видали это, а? Вот такие пироги вот. Отсюда, ребята, и рождается поговорка. Каждому ГП, значит, каждому ГП своя манжета. Видите, да, все? Вообще-то я не этот... Сейчас приближу, ребята. Извиняюсь, я чуть-чуть пропустил. Ну, там 173. Так, чтобы нечаянно ни на что не нажать. Угу. Готов, быстро. Сто 174, ребята. Поняли, да, ребята, я о чем сейчас, а? Каждой манжете свое, свой ГП, как бы, получается, ребята. Каждой манжете свое ГП. Вы сами сейчас удостоверились во всем. Думаю, хватит, ребята. Короче, будем говорить, 173. Сейчас, естественно, ребята, я сниму этот, как его, Петруху я сниму, ребята. Еще раз замечу, что Петруха, значит, в моем ижаке работает то, что надо, ребята. Так, сейчас поставлю, ребята. Значит, закрытого типа манжету. И после уже, ребята, поставим открытого типа. Кстати, вот такие пироги вот. Кстати, вот такие пироги. Давай же снимайся. Снялось. Сняли. Ну, я хочу пошустрее, но... Что-то не получается пошустрее. Немаловажный фактор, ребята, в доме 22 градуса тепла, естественно. Опс, опс. В доме 22 градуса, естественно. Но я вам скажу, ребята, что...
что вода рулит. И петруха рулит, естественно. Вот посмотрите. Видите, да? Это петруха, мясистая манжета. Классная манжета, ребята. Классная манжета. Но у него свои клиенты есть. Все, я вот так скажу. У него есть свои клиенты и свои, эти, короче, как сказать. Сейчас берем манжету, ребята, которую я сегодня ставил. Так, с этого открытого типа не надо нам пока. Вот закрытого типа сейчас поставлю. Вот, ребята, закрытого типа манжета. Ставлю. Видите, да? Короче, потом его поправим. Блин, все равно время тянется. Как хотим, но время. Как Алла Борисовна нам сказала, время не остановить ни на секунду. Но. Ну, не знаю. Кто-то может его и остановить когда-нибудь. Но чтобы этого никогда не наступило, время должно лететь своим чередом. А то так ничего не получится. Значит, вода закрытого типа. Естественно, и этот, как его? Упс. Такс. Перетянули как надо. Костя, 30 бар. Люблю, уважаю, Венесуэле. Ты самый настоящий айрганер. И руки откуда надо растут. Вот так. Вот, ребята, поставили мы все. Значит, там все видно. Видно. Ага. Значит, закрытого типа вода. И начали. Естественно, 51 грамм DSB, ничего не меняется, как, короче. Этот пошустрее. Чего он говорит? 251? О! Вот, ребята, о чем я вам и говорил. Поняли, ребята, а? Манжета влияет очень сильно на ГП. Поняли сейчас? Вот так вот. И это не сказки, ребята, что мы сейчас наблюдаем. Поняли, ребята? Я вам о чем говорю. Ну, я сейчас
Ну я сейчас хвастаться начну уже. Есть, есть. Есть, значит, ура. Ура. 255. Я разыгрался, да-ра-ра. Ди-ра-ри-ра-дан-да-ра-ри-ра. Да-ри-ра-ра-ра-ра-ри-ра. Дариран, дараран. Вот так, ребята, все. Значит, сейчас по-быстрому я смотрю на секундомер. 13 минут. За 13 минут, ребята, я успею поставить открытого типа. И у меня, ребята, сейчас очень большой этот. Очень много я думаю о том, что открытого типа, да, побольше он должен дать, по идее должен побольше дать скоростей. Короче, я знал, короче, да, что здесь будет, да. Еще, ребята, не забывайте, знаете, о чем, о том, что если ГП у вас перекачано, да, это не значит, что у вас будет очень таких скоростей. Короче, все дело, значит, в скольжении манжеты, как вы сейчас удостоверились, и в этом, как его, в компрессии, значит. Блин, я столько сегодня видосов снимаю, ребята, я вам даже не говорю, что у меня перепуск. На винтовке стоит 3,2. Это мой любимый размер. 3,2. Значит. Вот так вот. Там энергии много. Вот эта энергия, ребята, да? Ну, не сбалансирована, не подходит этому. Ну, не подходит и все. О, видите? Я же говорю вам, не подходит и все. А что, вру, что ли? Не надо перекачивать ГП и так далее, да? Не надо. Но! Я опять сейчас скажу такую вещь, ребята. Если у вас туго ходит манжета, да? Вы же с манжетой не будете, я не знаю, там, ну, это же не масло, что лишнее срезать и так далее, да? Это не масло, естественно. И надо этот, как его... Ну, не уберете, короче, смажет лишнее, я имею в виду. Значит, надо вам чуть побольше. Вот, сняли, ребята, открытого типа манжету. И поставили вот. Значит, закрытого ставили. Я запутался. Короче, закрытую убрали и ставим открытую. Давай, родимая. Вот так. Только мелодию я знаю. Скоро 9 мая будет и будем петь.
9 мая, я еще любил, знаете почему, ребята? Ну, естественно, когда, ну, все уже закончили, там это туда-сюда, но 9 мая у нас в детстве поспевала черешня, ранняя черешня. Вот 9 мая я любил. И озеро Базалети у нас сезон открывался 9 мая. А сейчас что-то все вверх ногами пошло. Ни черешня не поспевает уже, ничего не поспевает. Я не знаю, в чем дело вообще-то. Ну давай, ну. Может штифтик. Ух ты. Побить чуть-чуть надо. Не могу держать. Постоянно он меня мучит. Блин, сейчас оптика у меня полетит, я так стучу по ним. Но не страшно. Блин, интересно, сколько там минут осталось у меня времени. Камера такая, через полчаса уже отключается. О, 7 минут осталось. Ребята, все, вот поставили. Значит, открытого типа вода. Все, начали. Дай Боже, не последний раз. Всем желаю здоровья, ребята. Предохранитель, не болтайся, а. Это что было? Я чего-то пропустил? Или как? 234 открытого типа. Ребята, я уже запутался, если честно. 236. Я уже за... А, я ничего не путаюсь. Я ничего не путаюсь. Ребята, я не путаюсь. До меня уже дошло. 233. Манжета ходит. Эта манжета тоже, значит, по тверже, чем видно, да? Чем, значит, закрытого типа вода. Дуплет 235. Короче, ребята, 233. Ребята, я сейчас вам скажу, ребята, что еще раз повторюсь, ребята, еще много миллион раз повторюсь. Много миллион раз повторюсь. Ребята, как я устал, знаете, на сегодня. Серьезно я устал. Но вот смысл, ребята. Вот смотрите, ребята. Я что всегда говорю, что пневматика, ребята, это бездна. Почему бездна, да? Спросите. Вот потому бездна. Там, значит, он 251 показал на этом, на 120 атмосфер.
открытого типа вода. Здесь на 115 атмосфер открытого типа вода. На 20 метров меньше показывает, ребята. Ну, это постоянные эксперименты, ребята, постоянные. Но, смысл, ребята, и вывод от ситуации, выход из ситуации. Значит, он должен в компрессоре, чем можно посвободнее сколсти. Все. Вот и все дела, ребята. Вот и все дела. Все, ребята. Кому видео полезное, конечно, я рад. И так далее. Все. Вот такие пироги. Все, давайте, ребята. У меня аж этот в горле уже пересохло. И чтоб силу воды, энергию воды, чтобы всем Бог дал вам. И нам, естественно. Вода — это хорошо. Вот так все. Все, до свидания. Всем привет. И всем удачного и приятного вечера, ребята. Все. Хэнген отсолит. Отключаемся. А сейчас скоро уже догружу видосик.